Всем привет! Досталось мне вот 8 банок вот такого вот замечательного, я так понимаю, это смородинового варенья по 0,7. И еще 0,5 сиропа клубничного. Вон там даже клубнички плавают. Видно, сироп. Ну так, вот хочу показать вам, как поставить брагу на варенье. Вот, может быть, кому-то понадобится. Есть вот вода, наш любимый ферментер. Сейчас покажу. Короче, как буду действовать? Буду действовать следующее. Заливаю сейчас 20 литров воды. 30 литров воды сейчас заливаю. Потом заливаю все вот это вот дело, открываю. Заливаю все это вот ферментер в этот. Размешиваю, замерю сахаристость. Ну, если 20, оставлю, ничего мешать не буду. Если, конечно, много, то добавлю водички, где-то до 20, до 25 максимум доведу. Ну и посмотрю, что дрожжи какими там остались. Ну, посмотрим. Пока делаем что? Открываем банки, наливаем воду. Сейчас покажу. Итак, последняя тридцаточка, вернее, последняя десяточка вот набирается. Вот 8 открытых банок варенья, кто не видел, выглядит вот так вот. Ну и вот 5 литров сиропа открытого, вот выглядит вот так вот. Вот. А вот 20 литров воды, если что, если кто не видел, как они выглядят. Так, ну что, пока набирается десяточка, я вот так вот беру потихонечку. И все это дело варенится, я потом это ополосну сейчас вот из этой десятки. Буду наливать, чтобы наверняка знать, что я точно туда сколько воды влил. Хотя вообще-то гидромодуль нам особо не важен, потому что теперь у меня есть рефрактометр, и я буду мерить сахар. И уже не по гидромодулю ориентируется, а по проценту сахаристости в браге. Вот. Ну вот так вот, короче, я покажу. Вернее, показал вам, как это делается. Сейчас я это все дело высыплю, перемешаю. Ну вот это, соответственно. Промою баночки, чтобы варить. Замерил я сахаристость данной браги. 30 литров воды. По 0,7, 8 банок и 5 литров. Короче, все это дело дало 13% сахаристости. Вот. Так как у меня дрожжи вот такие вот я. Ну, есть там другие, конечно, 48-е у меня еще там в запасе. Но вот эти уже добью пачку, что открытая она. Я думаю, что нужно маленечко довести до где-то 20%. Поэтому, ну, раз уж доводить... Ну, принцип вы поняли, то есть вот легко, то есть в 30 литрах воды вот эти вот там 10 литров варенья спокойно можете мешать и сыпать, мне кажется, какой-нибудь пакмай, и все будет нормально у вас. 1:3. Ну, если это, конечно, не очень сладкое варенье, некоторые делают ого-го, варенье такое, что... Поэтому, что, я сделаю дальше как? Как бы вот эта брага уже конечная, все. То есть можно засыпать туда дрожжи, можно ждать, когда она выбросит. Но так как я люблю, не люблю, когда мало, так сказать, я люблю, когда много. Я сейчас еще добавлю сюда 10 литров воды. Ну, здесь не 10, ну, побольше, пусть будет 11. И уже сахарком доведу до 20%. Итак, добавил я 6 килограмм сахара. Получается 40 литров воды, 6 килограмм сахара, 8 700-граммовых банок варенья и 5 литров сиропа. Ну и все, вношу вот дрожжи, пенка уже такая образовалась. Может быть, это уже какие-нибудь... Ну, варенье вряд ли дикие его варят. Поэтому это просто, скорее всего, пенка от варенья. Вот. Ну все, дрожжи внесли. Ждем. Сейчас посмотрим, как разбродятся. Прошла ночь. Вот так вот работает гидрозатвор. Никак, его нету. Вот, ну запах есть, значит брожение идет. Давайте посмотрим, что у нас тут. А тут, ух ты, прям как настоящая чача. Шипит, наверное, вам не видно. Тут просачиваются бульки. Вот. Ну что, прям реально чача. А, ну шапка, конечно, не как у чачи, но все же. Шипит, бурлит, пенится, все как надо, короче, все идет по плану, так сказать. Вот пенка,
Вот шипенка. Все, гидрозатвор пока я не буду одевать, потому что как бы на турбиках он не особо нужен. Попозже одену. Ну, вот так вот. Я думаю, дальше показывать смысла нет. Будет это дело бродить так же, как наше, вон, про которое мы снимаем видео. У меня, кстати, кубики сушатся дубовые. Тоже видео попозже выпущу. Вот. Ну, вот как-то так. Короче, бродит. Пусть бродит теперь недели полторы. Потом сядет с осадкой. Все это дело я отфильтрую. И также будем перегонять сырец. Вот так вот делается брага на варенье. Все очень легко и просто. И интересно. Всем спасибо за внимание. Всем пока.